Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как смириться с тем, что у меня нет личной жизни, нет сил смотреть на счастливые пары, отношения, просто нет сил жить, работаю, чтобы забыться. Стараюсь работать над собой, но с годами эта проблема кажется мне неразрешимой. Мне скоро 25 лет. Ну, смотрите. Момент такой, что первое, вы сравниваете себя с другими людьми, что говорит о том, что у вас есть определенные комплексы, вот. Ну, то есть вы чувствуете себя, например, неполноценный, да, вы чувствуете себя какой-то не такой, и, соответственно, вы пытаетесь это компенсировать личной жизнью. Вот. Дело в том, что этим самым вы отталкиваете, ну, мужчин, людей, может быть, и так далее. И с этим нужно работать отдельно, с обесценивающими тенденциями, с деструктивными взглядами на себя и прочее. Второе. Необходимо вам увидеть, что вы, очевидно, не испытываете интереса к своей жизни. То есть вам ваша жизнь как будто бы вообще не интересна. Работа, которой вы занимаетесь, она вам не интересна. Вот. Ну, то есть вообще. Вот. Работаете вы только для того, чтобы забыться. Вот. То есть, ну, с таким же успехом вы могли бы, там, не знаю, алкоголь принимать, да, и, в принципе, мало бы что изменилось функционально, я имею в виду. Вот. Поэтому тут, в этом смысле, необходимо на это обратить внимание, сделать вашу жизнь более интересной. Следующий момент касается работы над вашим образом и моделью женского поведения, то есть чтобы построить личную жизнь на гендерную модель. Вот. Совершенно не обязательно эту модель демонстрировать сразу, вот. Но совершенно точно, что демонстрировать ее нужно, вот. Ваша модель женского поведения нуждается в корректировке в создании, вот. Возможно, в раскрытии, потому что она оказалась подавлена, вот. А возможно, в формировании, если значит, среды для ее вдохновения у вас не было. Вот. Такое, к сожалению, тоже может быть. Хоть это и печально, конечно, вот, но может быть такое. Вот. Вот на этом, в принципе, все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой и сформулировать базовые постулаты для психотерапии. То есть вот вы говорите, что вы над собой работаете, вот хотелось бы увидеть, да, хотелось бы увидеть, собственно, как именно вы над собой работаете. То есть, что именно вы делаете. Вот.
очень бы хотелось на этот момент посмотреть, потому что самотерапия не всегда значит, является полезной, эффективной и так далее. Обращайтесь за помощью, не затягивайте с этим.